Глядишь, будто нет в лесу никого, будто пусто кругом. Да меня не надуешь. Я чую, и заяц тут, и белка в дупле, и ворон на суку. Так бы всех хотел. Карр, карр, врешь, всех и не съешь. А ты не каркай, у меня с голодухи брюхо свело, зубы сами щелкают. Карр, карр. Иди, брат, своей дорогой, никого не трогай. Да смотри, кабы тебя не тронули. Я ворон зоркий, за 30 верст дерева вижу. Ну, и что ж ты видишь? Карр, карр, по дороге солдат идет, волчья смерть. У него за плечами волчья гибель на боку. Карр, карр, куда же ты, серый? Скучно слушать тебя, старого. Побегу туда, где тебя нет. Карр, карр, убрался серый во свояси, струсил поглубже в лес от смерти подальше. А солдат-то не за волком, а за елкой идет, санки за собой тянет. Праздник нынче Новый год. Недаром и мороз ударил новогодний, трескучий. Эх, расправить бы крылья, полететь, согреться. Стар я, стар, кар, кар. А ты что здесь делаешь? Ладно, я человек подневольный, меня сюда начальство прислал, а тебя кто? А я тоже не по своей воле пришла. В услужение, что ли? Да нет, я дома живу. И как же тебе мать такую погоду-то отпустила? Была бы мать, она бы меня не отпустила. А то мальчика. Так ты сирота? Да, да, сирота. А вы для чего здесь в лесу? А меня послали сюда елочку спилить, хорошую, кудрявую найти. Для кого же такая елочка? Как для кого? Для самой королевы. Завтра у нас в отце будет большой праздник, и нужно удивить гостей. Как убили ее родители, первой королевы, так и осталась она сама себе хозяйкой и другим. Значит, она тоже сирота. Ну, выходит тоже. Жаль ее. Как не жаль. Некому учить ее уму-разуму.
великовозрастная, она уже ни читать, ни писать не умеет. Да пойду я уже свои дела делать, а то достанется нам от нашей сироты. Вы мне мальчика и сестрица тоже такие. Что бы ни делала, все не так, все не так. А давайте я помогу вам елочку выбрать. Вот на той полянке красивая-красивая стройная елочка есть. Ваша королева будет довольна. Пойдем? Ну что ж, пойдем, покажи. Терпеть не могу писать. Все пальцы в чернилах. Вы совершенно правы, Ваше Величество. Это весьма неприятное занятие. Недаром древние поэты обходились без письменных приборов, почему их наука и определила к разряду устного творчества. Однако же осмелюсь просить вас начертать собственной Вашего Величества рукой еще 4 строчки. Ладно уж, диктуйте. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит. Я, пожалуй, напишу только 2 строчки. Травка зеленеет. Доброе утро, Ваше Величество! Осмелюсь почтеннейше, предложительнейше попросить вас подписать 1 рескрипт и 3 указа. Опять писать! Ну уж я тогда не буду дописывать зенеет. Благодарю вас, Ваше Величество. А теперь позволю себе попросить начертать. Опять начертать? Только вашу величайшую резолюцию на что я должна подписать? Одно из двух. Либо казнить, либо помиловать. Помиловать. Казнить. Я напишу казнить. Это короче. Благодарю вас. Нечего сказать. Короче. О чем это вы? Ах, Ваше Величество, что вы написали? А что я написала? Ну что, казнить, что ли? Вы опять нашли какую-то ошибку у меня? Нет, вы слово написали правильно. И все-таки сделали очень глупую ошибку. Ну какую же? Вы решили судьбу человека, даже не подумав. Но я же не могу думать и писать в одно время. И не надо. Вначале надо подумать, а потом писать, Ваше Величество. Но если бы я все время думала, я бы, наверное, с ума сошла или придумала бы Бог весь что. Поэтому я вас не слушаюсь. Я уже 50 лет не выхожу из этой классной комнаты. Все время писать. Эту травку зеленеет. 10 профессоров поменяли на профессоршу. Ну что у вас там дальше? Осмелюсь спросить вас, Ваше Величество, сколько будет в семью гость? Меня это вообще не интересует. И вообще, урок закончен. Сегодня в канун Нового года у меня очень много дел. Прощайте. Как будет вам угодно, Ваше Величество. Как все-таки хорошо быть королевой. Скажите, а что бы вы сделали с другой ученицей, которая бы не ответила на ваш вопрос, сколько будет 7 и 8? Не смею сказать, Ваше Величество. Ну ладно, уж я разрешаю. Ну, я бы поставила ее в угол или бы оставила без обеда. Какая же вы жестокая! А вы знаете, что я могу вас казнить прямо сегодня? Ваше Величество! Да-да, почему бы нет? Клянусь жизнью, Ваше Величество, я больше никогда не буду с вами спорить, если вам это не угодно. Клянетесь жизнью? Хорошо, тогда давайте продолжать наш урок. Спросите у меня что-нибудь. Сколько будет 6 и 6, Ваше Величество? 11.
Вы совершенно правы, Ваше Величество. А сколько будет 8 и 8? 3. Правильно, Ваше Величество. А сколько будет... Сколько, да сколько? Все время спрашивает. Лучше расскажите что-нибудь интересное. Новогоднее что-нибудь. Например, ведь сегодня канун Нового года. Вот, Ваше Величество, состоит из 12 месяцев. Вот так, в самом деле. Совершенно точно, Ваше Величество. А месяцы называются декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Вот, а вы их знаете все по именам? Какая у вас память? Совершенно точно, Ваше Величество. А если бы я захотела, чтобы сейчас был апрель? Но это невозможно, Ваше Величество. Вы опять! Это я не возражаю, Вашему Величеству. Это же наука и природа. А если я издам такой закон природы и поставлю печать? Боюсь, что и это не поможет. Но вряд ли Вашему Величеству захочется иметь такие перемены в календаре. Ведь каждый месяц несет свои подарки и забавы. Декабрь, январь и февраль – катание на коньках, новогоднюю елку. В марте начинается снеготаяние, а в апреле из-под снега выглядывает первый подснежник. Вот, я хочу, чтобы сейчас был апрель. Я хочу подснежники, я их никогда не видала. И я хочу, чтобы они стояли на моем столе, ведь завтра будет новогодний бал. Ваше Величество, но законы природы... А я издам новый закон природы. Пойдемте издавать. Канцлер! Канцлер! Дали мы приказ, пускай цветут сегодня подснежники у нас. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит. Кто отрицать посмеет, что ласточка летит, что травка зеленеет и солнышко блестит? В лесу цветет подснежник, а не метель метет. И тот из вас мятежник, кто скажет, не цветет. Посему всемилостивши повелеваем доставить к Новому году во дворец полную корзину подснежников. Того, кто исполнит нашу высочайшую волю, мы наградим по-королевски. Мы пожалуем ему столько золота, сколько поместится в его корзине. Подарим бархатную шубу на седой лисе и позволим участвовать в нашем королевском новогоднем катании. На подлинном собственной ее величества рукой начертано: с Новым годом, с 1 апреля! Пришла. А где маманя? Мавка! Что, Анюточка? Принеси мне квасу. Сейчас принесу. Ох, холод-то какой! Маманя! Ой, а вьюга-то как метет! А королевские служаки во все трубы трубят, кто принесет принцессе корзину
подснежников принцессе, тот получит корзину золота. А зачем нам золото? Денег бы лучше б дали, да побольше, да в долларах бы или в евро. Маманя, а золото можно на деньги поменять? Вот тогда бы я вышла замуж за иностранца. И уехала бы я туда, где все время лето. Мне бы мороженое, пирожное. Мечталась. Вот, одевайся потеплее и иди в лес за подснежниками. А вот отыщешь под снегом. Маманя, ты что с дуба рухнула? На улице зима, сугробы набила. Выше дерев. Где я их там найду? Тебе надо, ты иди. Да я ж там. Ты родную мать сосвету хочешь жить? Тебе надо? Ты иди! Нет, ты иди! Нет, ты иди! Ты иди! Сама иди! Нет, ты иди! А давай Машку, падчерицу, в лес пошлем! Машка! Маш! Иди сюда! Что, маменька? Я все сделала, и в лес ходила, и дров принесла, и печь растопила, пирожков напекла, и шубу залатала даже. Затараторила! Тебе еще кое-куда сбегать нужно. Куда, маменька? В лес за подснежниками. Вот тогда и все будет. Какие же подснежники зимой? Это же в апреле. Да я и без тебя знаю. Но не посылать же мне Анютку. Не жалко тебе сестру в такую погоду выживать из дому? Но там же холодно, метель, вьюга. А и волки, звери, там же страшно. А ты вот... Лыжу возьми, тогда тебе и звери не тронут, да и им без надобности, да и какой им прок-то от твоих костей. Анютка, пойди, принеси корзинку из чулана. Маманя, ту большую новую. Что ты? Что ты? Я за нее 500 рубликов отдавала. А это было 3 месяца назад. Сейчас-то доллар подскочил уже. Ой, да если Машка и не вернется, никто плакать-то и не будет, и корзины не жалко. Пошла я, мама. И без подстенников не возвращайся. Иди, иди, иди. Ну что, братья мои месяцы, вот и подходит к концу этот год. Передам мне образцы правления молодому январю. Ох, и тяжелый был этот год. Ухожу я на покой и уезжаю в отпуск в Лапландию. Я готов, я молодой, озорной, а январских праздников много, а потом эстафету передам тебе, брат Февраль. 23 февраля это мужской праздник. Настоящие мужчины ждут меня. А ты-то что так прятался, братец Марк, а? Чтоб 8 марта не просила. Ведь женщин обижать нельзя. Я вот даже цветы не дам.
с меня так смеешься, апрель? Да нет, брат, апрель начинается с дня смеха. Вот я и летим. Что ни говорите, братья, а главный праздник в мае – это День Победы. Все празднуют этот великий день. Ты прав, братья, Майк. Если бы не День Победы, разве бы могли бы мы праздновать мой день, 1 июня, День защиты детей? А ты чего так разоделся, братец? Я в образе Юлия Цезаря. Ну, нравится мне эта роль, и под имя оно мое подходит. И Юлий, 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 Юлий. А я, братья, отпускников жду. Интересно, много в этом году отпускников будет. Да и какая погода будет интересная. Эх, денежки. Ох, все о себе, да о себе ты благодарен. А вот я сентябрь, я всегда только о детях думаю, чтобы они в школу с радостью шли, чтобы пятерки получали и чтобы ЕГЭ отменили. А ты, октябрь, что задумался? А я о людях пожилых думаю. 1 октября – это день пожилых людей. Праздник это или день воспоминаний, не помню. День воспоминаний это мой день. Да здравствует Октябрьская революция! Ну-ка тихо, тихо, к нам кто-то идет. Такая красная девица. И что ты ищешь в сугробах? Я Маша. Мне мальчика послала за подснежниками. А я декабрь. У меня нет подснежника. Я знаю, что они в апреле, дедушка. Но разве я могу мальчике прикословить? Ах ты, бедняжка. Ну, я тебе помогу. Ну-ка, братья мои меньшие, январь, февраль и март, уступите-ка свое место брату Апрелю. Пусть он поможет бедной девушке насобирать подснежника. А ты чего стоишь? Ну-ка, ступай быстренько к Апрелю, тебе поможет насобирать подснежника. Узнал я ее. Она зимой в лес со дровами приходит, весной за ягодами, за грибами. Летом за малину, осенью за орехом, и все-то она поет, все веселое. А сейчас он один платок на плечах замерзанное. Эх, подарю-ка я ей шубу. Спасибо, дедушка, большое. Апрель месяц помог собрать подснежники. Платьице подарил, колечко. Сказал, в следующем году прийти весной к нему в гости. Ну, тогда и я тебе подарю подарок. Шубка. Ну, бежи домой теперь, а то замерзнешь. Спасибо, дедушка. Век вас не забуду. Вот. Нет Машки. И печь затухла. И дров нету, и в избе грязно. А ты только и знаешь, что целый день на себя в зеркало пялишься и семечки плюешь. Жужу, а сама тут делала. Уж бы в лес бы шла с Машкой, больше толку было. На тебе, вырастила дочь, а она как Машку и
похоронить мать хочет. Машке, небось, и косточки уже метель замела. Придется мне самой браться за работу, а от тебя, Анютка, как от козла молока. Смотри-ка, и шубка у нее, и колечко. А в каком же это лесу шубки с колечками раздают? Шубку мне дедушка Декабрь подарил. А колечко – это месяц апрель вместе с подснежниками. Анютка! Ты посмотри, как она радуется шубке своей, колечку. А ну-ка, собирайся, ты в лес, иди и попроси у дедушки Декабря. А у Апреля евро и полную корзину. Вот тебе самая большая корзина. И без денег и возвращайся. Ты что, хуже Машки? Ух. Ой, помолилась. Машка, воды неси. Несу, маменька, несу. Вот что у тебя? Колечко, шубка. Сейчас Анютка принесет полную корзину денег, долларов, евро, наверное, 1,3,000 туда поместится. Вот тогда мы заживем, мебель новую купим, вот, машину крутую, ездить будем, отдыхать. Тебя, Машка, наверное, выучим на права. Чего нанимать-то зря водителя? Ему платить надо. А ты что, зря будешь хлеб есть? Тебе не надо платить. Ой, заживем. О. По санаториям отдыхать будем. Пусть все соседи завидуют. Ой. Темно уже совсем. И дочь не идет. Ой. Надо пойти ее встретить, а то заблудится. Ой. Как вьюга лютует. В двух шагах ничего не видать. Маманя! А вот и маманя твоя. Наслышан я о вас, злодейках. Я моря и реки морозил. Таких ледяных сердец в жизни не встречал. Что ж ты, старый, дочь мою заморозить хочешь? Не видишь, она продрогла вся насквозь. Хоть бы шубку какую ни наесть дал. Она собачья мигу, мне и мамане. На собачьи и мамане? Ах вы попрошайки. Да, пожалуйста. Эх,
Мне нравится. Отдай мне. Не отдам. Отдай. Дура. Сама дура. Дура ты. Дура. Дура. Сама дура. Дура. Сама дура. Ау. 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 Рассвет уже, а где же маменька с Анюткой? Неужели заблудились в лесу? А скоро Новый год, подснежники завянут, во дворец нести надо. Что же делать? Придется мне их самой нести. Волшебное колечко. До 12 часов ты можешь загадать три желания. Три желания? Мое первое желание... Это что за лай стоит в моем дворце? Это Машина, мачеха и сестрица. От жадности собак превратились. Мое первое желание, чтобы моя мачеха и моя сестрица стали добрыми, хорошими людьми. Мы больше не будем. Ах вы, мои дорогие. А мое второе желание, я хочу... Это что это происходит в моем дворце? Это я! Я загадываю желание! И достичь! Мое второе желание, чтобы наша королева стала самой доброй, самой хорошей королевой на свете. Всем шампанского! Thank you.
А какое ж твое третье желание, Маша? А третье мое желание мы скажем все вместе. Пусть в наступившем году все будут счастливы, любимы, здоровы! С Новым годом! А как же Новый год без песни? Раз, два, три. Но!